Здавалося б, горіхи, злаки, ягоди і мед вживалися людиною у їжу з незапам'ятних часів. Однак ідею змішати всі ці продукти в один корисний сніданок у 19 столітті запропонував американський священник. Сільвестер Грем. Він був вегетаріанцем і прихильником простої їжі. Не їв білого хлібу, а тому винайшов власний рецепт цільнозернової муки Грема. А вже через кілька років з його муки доктор Джордж Джексон почав виготовляти поживні ласощі – гранулу, яка згодом стала називатися гранолою. Таким чином, гранола пішла в маси і її стали включати в раціон харчування майже у всіх санаторіях. Мабуть, саме тому нині вона вважається найулюбленішим американським сніданком. А ще й особливістю граноли полягає в тому, що вона не має певного рецепту з приготування. Кожен може додати до цієї страви щось на свій смак. Будь-які горіхи, сухофрукти, мед, сироп, молоко або ж навіть йогурт. Проте ми рекомендуємо вам рецепт, який вже випробував Ранат по-київськи. Доброе утро. Сегодня мы будем готовить завтрак под названием гранола. В гранолу входит овсянка, где-то 70-80 грамм, тыквенные семечки и грецкие орехи по 20 грамм, курага и изюм по 20 грамм, сливочное масло 60-70 грамм, мед 60 грамм и тростниковый или обычный сахар в размере 20 грамм. Для того, чтобы приготовить гранолу, нам понадобится сковородка и керамический судочек. Сначала берем овсянку и хорошо ее просушиваем на сковородке до момента, когда она станет выделять, скажем так, ореховый запах. Мы периодически их помешиваем для того, чтобы они не подгорели. Вот наша овсянка приобрела уже характерный золотистый цвет. И после этого мы можем добавлять следующие ингредиенты. Семечки и орехи. Наши сухофрукты – это курага и изюм. Немного прогреем это все вместе, чтобы все хорошо смешалось. Дальше добавляем мед, сахар и сливочное масло. И все это хорошо прогреваем в течение 5-6 минут. Как раз за это время наша гранола закарамелизируется, то есть сахар растает и мед все свяжет. После прогревания готовую нашу смесь отправляем в керамический бокс. Вот так расправляем по всему дну. Ну вот, наконец, наша гранола остыла. Я ее порезала на такие вот квадраты. Я разрежу еще каждый кусок напополам. Вот и буду выкладывать в тарелку. Гранолу, в общем-то, можно подавать со всем чем угодно. Это могут быть фрукты, йогурт, джем или варенье. В моем случае это йогурт и варенье. Завтрак готов. Приятного аппетита и доброго утра вам!